Feel you like a sawed off aiming in my back. So I take a walk and fight to turn my head. Just one look and I remember too much. All the bad and know how good it was. But it's been so long, yeah. And I still get a feeling so strong. Ну что ж, дорогие друзья, добрый день! Здравствуйте все! Давайте просто похлопаем сами себе. Давайте улыбнемся гостю напротив. Ну просто посмотрите в глаза. Посмотрите друг другу в глаза и улыбнитесь. Именно сейчас начинается время настоящих красивых поздравлений. Потрясающие, уникальные гости из самого Парижа! Друзья! Парижане с нами сегодня! Также у нас есть гости из Ростова, конечно! Слушай, такое ощущение, что им без разницы откуда! Главное, чтобы похлопали! Друзья мои, Санкт-Петербург, Ростов, Тольятти, Шамышейка! Именно такой маршрут по жизни был у нашего гостя. Стоп! Может, там еще раз трек включить? Итак, 3, 2, 1. И к Дмитрию под эту музыку. Опа! И нижний брейк-данс! Нижний брейк-данс! Опа! Вот так вот, друзья мои! Слушайте, я понял, у вас нарезка, что ли, овощная закончилась? Вы что сюда пришли? А, все, да, я понял, да. За любовь! Стоя! Похоже! Очень похоже, дорогие друзья. Я думаю, что стоит еще чуть-чуть поаплодировать. Итак, все готово? Подайте нам царскую вилку. Вот из красной рыбы можно. Вот такую вот. Пожалуйста. Да! Сейчас будет болеть голова. Это все из-за сегодняшнего. Поэтому будьте осторожны. Завтра из-за призулика отслать похмелье. Вот! Вот! Вы не зря вдвоем! Предсказания, я уверен, что сбудутся в том случае, если мы сейчас похлопаем все дружно в ладоши. Друзья, хотел бы сообщить, что у нас осталось одно, вероятно, последнее поздравление. Наверное, это главное поздравление, которое грядет. Поздравление от самой красивой девушки этого зала. Вот прекрасные супруги Александра. Это будет все с минуты на минуту. Дорогие друзья, поднимем фужеры. Давайте позвеним друг друга богачками чуть-чуть. За то, что все у нас было хорошо.